Слышите звук? Давай еще. Смотри, не провались. Да, такой улов. Вот все инструменты замерзли. Все во льду. Ну все. Всех приветствую, друзья. Слышите звук? Это шуга. Уже через какое-то время здесь станет лед на реке. Это даст нам возможность искать новые места в поиске налима, ну и других рыб. Так что все в ожидании. Наконец-то у нас похолодало. Так, 27. Минус 27 сегодня, если вам видно. Ну а сегодня мы пока поедем на озеро. Я там не был 10 дней, беру с собой бензопилу. И мы с вами посмотрим, что с моими корчагами там случилось. Всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну все, прибыли на место. Сейчас будем пилить. Ну и смотреть, что с ними у нас за 10 дней случилось. Она же? А? Да, она же. Что сейчас? Не те корчаги вытащим? Так, подожди, ковшик должен здесь быть. Вот он, ковшик. И пакет. Есть. Так, все, наше. Наше родное. Вытащит и то это топором. Да сейчас топором прям ударю здесь. Не, вверх вытащит. А, имеешь в виду, что потом лед. У нас да. Же перчатки с тобой. Да. Кусками вытащим. Или думаешь, не сможем? Попробуй, так, лед не так. Опа. Вот, вот. Наверху и сломать. Становая тяга. Сейчас помогу. Сейчас, подожди. Опа. Снизу хватайся. Аккуратно пальцы. Такое ощущение, что мы с тобой гробницу открываем. Так, на себя. С той стороны надо. Так, аккуратно пальцы убери. Топор. Давай. Давай. Смотри, чтобы он туда топор не ушел. Так. Ничего себе. Где-то она зацепляется. Дружба еще вот так отпилить уголки. Так, минутку. Сейчас мы попробуем. Да нет, она полностью отошла. В общем, решили сперва выпилить. Вот, чтобы бензопила у нас не замерзла. А потом уже будем вытаскивать лед. Ну это мы вытащим. Это готово. Так, друзья, вот мы и выпилили. Сейчас посмотрим толщину льда. Смотри, какая интересная. С воздухом было, что ли? Есть топором отдолбить. Смотри, это, Петруха. А? Воздух был, что ли? Ага, воздух. Или так вот замерз, может. Может, пойдем сперва к первой. Там у нас этот пакет и ковшик. Я сейчас подниму ее.
Сейчас я покажу, как надо это делать. Двумя руками. Давай. Че, зря ходил в спортзал, что ли? Давай. Сейчас покажу. Мастер спорта. Давай еще. Смотри, не провались. Как блюхнешься. О. Никогда я так еще корчаги не проверял. Как будто люк. Ага. Так, это потом отобьем. Да. Ту вытащить надо. Следующий. Я одной рукой смогу. Там вон кусочек еще вытащить. Ага. Сбоку который. Ага. Ты его не допилил? Допилил вроде. Не допилил, да? Схалтурил. Так, ну все, будем проверять. Ага. Ну вот такой вот толщины лед на озере. Так, 10 дней. Что-то слышно? Ну есть! Давай. Такой вот улов. Так, надо емкость воды надо. Да, такой вот улов. Как всегда, мелочь обратно. Крупняк собираем. Да? Слушай, накрутила веревку, как будто там налим сидит. Угу. Вот она, мордушка. Самая маленькая, самая уловистая была когда-то. Ага. А подожди-ка. Корчаги не прилипли. Вот она. Так. Окуней полно. Смотри. Да. Ага. Окушков полно. Ну вот и вторая корчага не очень-то. Ну и то хлеб. Да. Во второй корчаге такой вот результат. Так, ну осталась у нас третья корчага. И все. Посмотрим, что у нас здесь. Видел видео, где щуку поймали, а внутри щуки ондатра? Нет. Видел? А здесь караси. Караси. Карасевая корчага. Ага. Тоже нужное дело. Да. О, сразу упал. Ага. Оп. Далеко, чтоб не ушел. О, это чисто карасевое. Ага, гляньчики лупили. Потому что дырки большие. Ага. Это пускай карасевый, да? Да. Здесь вот такой вот улов, друзья. Ага. Чисто карасики. Нормально. Ну, что сказать. И немало, и немного. Да. Ага. Пойдут у нас на налимов. Вот так вот сегодня такой вот улов. Вот. Сейчас наша река застынет. И пока снега немного, будем на новые места, скорее всего, тычки ставить. Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Собираемся. Собираем все наши вещи. И домой. Пить горячий чай, отдыхать. Завтра на работу. До новых встреч. Пока-пока. Ночные рыбаки
А? Да. Все. Замерзло. Ага. Ну вода. Уже морозы. Наступают холода. Ну, вот все инструменты замерзли. Все во льду. Сам фонарь тоже во льду. Бензопила тем более. Холод возвращается в Якутию. Надо открыть этот капот. Капот. Ну все. Закипел? Закипел. Ну все. Ну все, друзья, выехали. Так что кино выйдет. Опыт не пробьешь, Синдра. Кино будет.